В Могилевской области более сотни различных фитнес-клубов. Они делятся на три категории – дорогой, средний и бюджетный. А недавно для себя я открыл еще один вариант – это тренажерный специализированный зал. Давайте узнаем подробности. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, пойдемте, все покажу. Пойдемте. Мне уже нравится. Такое впечатление на меня произвел ресепшн-центр специализированного фитнеса «Ортолайф». Светло, просторно, уютно. Дальше меня ждала новая порция для удивления. Это наша раздевалка. Да вы шутите? Нет. Судя по тону Дмитрия, инструктора центра, раздевалка в идеальном состоянии находится всегда. И ее специально к приезду съемочной группы не марафетили. Можно? Конечно, пожалуйста. Я вам хочу сказать, Саша, ты посмотри. Очень даже все круто. К слову, в центре специализированного фитнеса «Ортолайф» две раздевалки. Одна для мужчин, другая для женщин. Теперь переходим к главному. Ух ты! Так, это наш уникальный тренажерный зал. Ему еще нет аналогов в Могилеве точно. Не исключено, что и во всей области. В просторном зале установлено 8 тренажеров. Некоторые из них удивляют своей конструкцией. Это, скажем так, самый безопасный для суставов, для опорно-двигательного аппарата тренажер. Он универсален тем, что на нем можно выполнить практически любое упражнение. Ну и еще одна из функций, скажем, нашей работы – это восстановление и работа с такими проблемами, как сколиозы, грыжи, протрузии, плечевые переартриты, то есть воспалительные заболевания в стадии ремиссии. Все эти моменты мы прорабатываем, помогаем встать людям, скажем так, на ноги. В этом и заключается особенность центра – правильные безопасные физические нагрузки с использованием специальных тренажеров, которые не создают продольно-осевых нагрузок и являются декомпрессионными и антигравитационными, плюс индивидуальные программы тренировок. Любопытный факт – только за один год здесь, в центре «Ортолайф», помогли 600 людям улучшить свое здоровье и избавиться от болей в спине и в суставах. Здравствуйте, давно ходите? Здравствуйте. Ну, ходим 5 месяцев, очень нравится. Был сколиоз 2-й степени, после занятий вот уже сколиоз 1-й степени. Показал последний снимок. Молодца. Спасибо. Таких результатов Иван добился благодаря и своей силе воли, и индивидуальной программе тренировок, которую здесь же, в центре «Ортолайф», для него разработал врач-реабилитолог. Программа составляется для всех без исключения. После прохождения, внимание, бесплатной консультации и тестов. После этого под наблюдением инструкторов, кстати, в центре работают только те, у кого есть образование ЛФК и практический опыт, начинаются тренировки. Еще одна особенность. Методы восстановления, разработанные в центре, подходят как пожилым людям, так и детям от 6 лет. Ребята, чего ходите сюда? Чтобы вылечиться. Чтобы была прямая спина. Да, чтобы ноги ровные ходили. А что нравится здесь? Мне нравится здесь веселые упражнения всякие. Мне нравится тут заниматься. Друзей нашли здесь? Да. Да. А самый любимый тренер какой? Дима. Дима. А Дима тем временем следил, как на соседнем тренажере выполняются упражнения. А вообще здесь, в центре специализированного фитнеса, все индивидуально, даже бонусы. Для пенсионеров, детей до 18 лет, студентов дневной формы обучения, а также, если центр посещает вся семья, действует постоянная скидка – 10%. А здесь проводят необычную для фитнес-клубов процедуру – кинезиотейпирование. Ее еще называют эффективной альтернативой таблеткам и уколам. Тейп – это специальная лента из хлопка, не содержащая латекс, и по своей эластичности не уступает человеческой коже. Она обеспечивает адекватную работу мышц во время тренировок. И в заключение еще пару приятных новостей. Если у вас какие-то акции, подарки? Конечно же, есть. Рассчитаться, приобрести абонементы вы можете наличным либо безналичным расчетом. А также мы работаем с картой рассрочки.
И регулярно в нашем центре проводятся различные акции, спецпредложения для разных возрастных категорий. Спасибо!